Друзья, всем большой привет! Что можно увидеть в лесах Оренбуржья, друзья? В этих лесах можно увидеть популярную, известную шимпанзе Бонни, которая сейчас скрывается от палящего солнца. Друзья, сегодня очень хорошая погода, немножко ветрено, но тем не менее. Бонечка у нас наслаждается природой. Видите, она вся тут в растениях разных. Ясное небо, яркое солнце. Я его показывать вам не буду, уж поверьте. Вот. Так что стараемся лето, друзья, проводить максимально качественно. Вы посмотрите на эту обаятельную даму. Посмотрите, как она обгрызает все вот эти вот кустики. Какая же у нас молодец. Лежит себе, балдеет. Я думаю, что если такую даму пригласить, если такую даму пригласить на чей-нибудь огород, ребята, она вам там шороху наведет. В общем, порядки будут в ближайшее время, в ближайшие 5 минут. Всем, друзья, хорошего настроения, и всех мы обнимаем.